Жительница Щелийского района, многодетная мать Эльмира Ембердиева просит о помощи. Ее трехлетняя дочь страдает редким заболеванием – ихтиозом. Тело маленькой девочки покрыто чешуей, из-за чего малышка вынуждена терпеть мучительную боль. Лекарства от болезни нет, но мама не теряет надежды вылечить свою дочь. Трехлетняя Амина не ходит в детский садик, не может играть на улице, как другие дети. Тело малышки покрыто как будто мелкими чешуйками. При прикосновении они осыпаются, обнажая раздраженную кожу. Это причиняет боль ребенку. Эльмира возила девочку на прием специалистов в Алматы. За 10 дней лечения состояние Амины улучшилось, раны зажили. Однако по возвращении в Щели болезнь снова обострилась. Кожа ребенка вновь покрылась чешуйками. Вернулись в Щели, и снова началось раздражение. Наши дерматологи советуют мазать зеленкой. Но от этого еще хуже. Мы должны увезти дочь в Алматы. Там мы сможем каждые 3 месяца проходить лечение в больнице, получать бесплатные лекарства, витамины. А наши не дают ни витамины, ни масла. Одной из причин осложнения болезни может быть местный климат. Поэтому семья хочет переехать в Алматы, но нет денег. Родители малышки безработные, живут на съемной квартире. Ждем помощи от людей, что помогут моей дочери. Если соберутся деньги, повезу ее в Россию или куда-нибудь еще. Если не хватит на это средств, буду жить ради дочери в Алматы. Там аренда квартиры 50 тысяч тенге. Но мы не работаем. Где найти такие деньги? Пенсии не хватает. Третий сын Эльмиры тоже болен, страдает витилиго. За ним тоже нужен особый уход. Семья просит о помощи добрых людей. Связаться с Эльмирой Ембердиевой можно по телефону 8 775 387 14 29. Кристина Алмасқызы, Кымжан Жолтаев, Бауыржан Кожамуратов, Турихан Кожахметов, телеканал Кызыларда.